ты стрелочник, я ебал. Кинолай, тебя просто сдали, блядь, циклотару. Надо играть как... Я. У меня подозрение, что кто-то сел на этот. На фабрику. Сели. То, что что-то там летели, куда-то все съебались. О, друзья у кого-то. Убил его. У меня вопрос, какого хуя, блядь, что он здесь делать, блядь? Он сверху был, а я снизу. Я сидел. Где я птичку взял? Знаете, что я нашел? О, что он говорит? Как? Если заметили нектар. В большом ангаре. Нектар нужен? Что? Ай, там флешфактор. На тебе броньку. Скинул броньку сзади, ля. А, давай. МК снег. Мы, короче, уже убежали. Здесь еще. Лут она. Лутается дальше. Давай впритык подойдем. Опа, что там, блядь? Оставьте хоть у меня прыжок. Он заметил. Ушли. Сука. Куда сзади? Сзади. Можно я скар заберу, да? Да ёпта. Дайте скар, дайте что-нибудь. Ну ладно, вот, бери скар, если мне можно. Что, неплохо они тут залутали, кстати. Они как давно, я по челику тупо три раза садил, он так же и продолжал. Стоя на месте. Броня на 50. Мне места некуда. Че? Гранаты возьмет кто ли бинты? Я взял бинты. У меня граник. Бульдог. Наставь. Так не бинты. И зеленая помпа не нужна никому? Не, у меня есть. Я вот бинты кинул. Там Акио с кем-то воюет. Нормально. Нормально играем. Каждая своя атмосфера есть. Да, каждый по-своему. Ну, я за аптечкой побежал. А чё они тут делали, я так и не понял. Чё они тут дурью молились? Не знаю. У тебя Акио есть ещё люди? Ещё в доме. Подскажи. Мне ППшка нужна. Ты говорил, нектар был. У меня нектар. Давай я тебя возьму. Не полный хп даже. А броньки есть у тебя там? Да, в сарае на 50, я в доме, конечно. А, ну на 50 я не буду брать, пацаны берут.
Я бы взял на полтинник. Скинь этот кусочек сразу где-то. Ой. Здесь наверху тактик синий. Да, могу взять. Что мне помпа? Я скинул уже. Вон внизу лежит. А чё ты так? Тут веселая катка. Зона будет на открытой местности. Вон еще один пакет синий. Нет, мод пацан. Я. Пошли на шахту. Туда сейчас грязи придут и прочее. А? Слушай, а если ты, допустим, стреляешь с помпы и потом на тактик переключаешься, то есть ты опять на помпу переключаешь и он не стреляет, да? Я, короче, слышу, я уже, короче, схему эту всю просмотрел, все перепробовал. И я выявил решение такое, то что один раз помпы, два раза тактик, ты сразу можешь стрелять без перезарядки еще раз с помпой. Опа, впереди челики. Чё, баню-то не забрали? 30. Лёха, видишь? Я... Нет, не вижу. Впереди, прямо перед нами. Акё, чё вон, я там вижу. Могу забрать её или чё? Блэд. Он остановился в секунду. Они это здесь. А вот они перед нами. Она слышит, где она? Фрей. А ещё не второй пик. Там есть и какой сарай, блядь. Там один сарай, блядь. Чё, чё? Нас тут люди. Хуй вдвоём было убегать. Один за деревом, мудила. Я это видел, я за землю ушел, и он меня тут убил. Нормально. Всех убили? Да, двое было. О, аптечку оставьте. Так. Есть патроны среднего калибра, то у меня что-то. Я собираюсь. Пришли. На сколько аптечек у них одна? У меня патрон 400. Мне бронька нужна. Я же всем броню уже скинул. Все, он дал. Давай автомат бери. А вот еще аптека L. Акео, скинь. Акео, у меня звук был 16. Удалось, и в итоге нет. 15 бинтов надо? Мне есть. Бинты мне не нужны. Все, погнали в зону, в жопу. Буду без брони, а что делать? Палос, значит. Если я без брони, я тут автомат с прицелом возьму. Я только за стенку его. У меня сейчас дабл помпой. Ну, это дробаш плюс другой дробаш. Нормально, в принципе, чё. Для помпы нужно второе оружие. То есть, если ты с помпой играешь, тебе нужно, чтобы тебе суппорт был. Да, мне кажется, самое лучшее это ППшка фиолетовая. То есть ты, да, если в голову не попадаешь, сразу на соточку даешь и ППшкой там 3-4 патрончика добираешь. Учитывая, что у нее 35. А тактик это такое. Ну, фиолетовый еще ничего синий. Уже так себе. А зеленый. Охуенная тема, блядь. Но синий, говорю, синий такой 50 на 50, а зеленый вообще, в принципе, можно даже не брать. То есть лучше уже с пистолетом бегать. Что зеленый? Вижу. Веду преследование. Дядя. Здесь, блядь, видите, где коробки здоровые? У меня, кстати, это попрыгушка есть. А, ебать, слышно, 75 вот сейчас передо мной, прям на доме. А слева там ничего нету в этих постройках? У меня гранник есть, могу закидать. Дайте только. Понятно. Поздно. Я их даже не могу, я смотрю. И здесь трое. Сейчас подожди, мы подойдем.
Сейчас сразу это начнете стрелять, я туда просто граником захерачу. Если есть возможность кнопкнуть, кнопкнуть. Сайгон! Давай, где Сайгон? Я их не вижу. А, вон одному вот вижу. Ой, ёпта. Пал. Вон, вылезай. Вылезай, не пались, блядь. Я не вижу никого. Вон трое справа. Они убили. Он белый, он белый. Поднимай. Да кровать поднимай своего. Бомбистика сюда бежит. Понял. Да, ну хп бомбистика. Внизу. Я броню все снял. Там она поднимает, что его там кнопнутый лежит. Откуда? Другой склад, уже другой склад, они с холма, там вдалеке вообще, похуй на них. Блэд. Чё меня пугаешь? А этих разъебали всех? Нет. Там чё, на рыцарь ехать. А где второй ещё нос? Давай, может, ебёмся. Давай, может, ебёмся, ребят. Куда ведь джемпад был? Да, у меня джемпад есть. У меня костюм есть, по-моему, давайте похилимся. Давай сначала съебемся и потом, короче... Ну да, съебаем? Да-да, сейчас я поставлю здесь. У меня костер, ждите. Все, я поставил. Давай потом сразу... Потом, давай, погнали. Ай, блядь! Дерево, ребят. Гал. Куда летим-то? Да похер, куда-нибудь направо. А, налево? А где люди? Передо мной. Совсем нахуй. Это хуёво, братан. Один налево, другой направо. Один. Ты что, налево летит в зону слева, блядь, а справа черик, я сказал, что вот нас ёбнули, меня ёбнули с Савика там, блядь. А я думал, слева тебя ёбнули. Я сказал напротив, блядь. Убил. Ладно, забей. Давай. Полечусь. Я убил, Филипп. Я лечусь. О, дискар и броня на 50. И снайпа. У меня 10 банок мелких. Возьмите, вон, есть. А чё, молчишь? А, у меня 8 брони нету. А есть ракета? Есть. Да, есть. 18 тронов крупного. Скинь крупный. Можешь что поставить? У кого там этот? У меня костюм. Слышь, у меня ни бинтов, ни хуя, пацаны, есть? У меня есть бинты, да. Давай. Костюм. Кидаю бинты. 5 штук кинул. Давайте ракеты выберите. Броньку. У меня джемпад есть. Вытал. Есть там еще, нет? Все. 36 ракет, все, пиздец. Так есть же у него 10 штук. Все, погнали. Сайго! А, куда бежим? Точно. А давай здесь застроимся. Ну да, да. Я прям вот так вот, вот так вот, вот так вот. Сейчас буду фраги собирать. Опа. Где-то с дому на 3, на НВ. Эз. Шот. Пошлите его задамажены. Где? Я не вижу, где он. Да вон серый дом в постройке. Прикрой. Сейчас я им жахну. Наверное. Вы что, уходите? Нет. Я голову дал, надо его добить. Ну там какие настройки на столе. Трое осталось. Ну я как бы огневой мощью поддерживаю, а вы там можете делать все работу. Еще 28 ракет. Но я думаю, они на ангарах. Знаю, где челики, алё, пацаны. Где? Они не на ангарах, они на 105.
Я там красного рыцаря видел. А вон строится, да. А не то, что с тобой. Или перестреливаемся. Да, давай закроемся. Не, ну если нокните кого-нибудь там. Я дал одному по броне. Там трое, да? Есть. Да, да, да. Ну они сейчас побегут на нас, в принципе, или нет? А, не, они в зоне. Вы их будете ебать, что я, короче, в спину обойду. Как вам план? Охуенный? Охуенный. Вообще так. Мрази, блядь. Так, в принципе, мой план капкан уже готов. Не нравится. Есть чем хилить цел? Подожди, посмотрю, докидывай до них. Есть. На. До бинта. На банке. Ну бля, я пошел скинул лайм. Он же там всех убил. Ну в пизду, он уже по одному вырубил. А его сейчас вырубят тоже, походу. Я тебя вырубил, ну пизду. Поддерживаем огнем. Красный, пацаны, я вас верю нахуй. Еще для клики нахуй. Медаль, я пугаю.